в день. 4 года назад я начала заниматься проблемами детей-сирот с умственной отсталостью. Я координатор добровольческого проекта и должна организовывать работу добровольцев в детском доме-интернате. Через 1,5 года работы я поняла, что не хватает знаний. И начала искать вуз, где я могла получить 2-е высшее образование. По-первому, я прикладной математик. Я искала долго, но в Ленинском педагогическом институте меня хотели учить 6 лет, несмотря на мое 1-е университетское образование. Здесь меня согласились учить 3,5 года в условиях, которые оказались для меня очень симпатичными и подходящими. Я очень рада, что я попала именно сюда, потому что у нас была очень сильная группа мотивированных людей, которые знали, что они хотят. Блестящие преподаватели все это сделало возможным начать работу даже раньше, через 2 года обучения наша работа в интернате просто расцвела. Я очень благодарна, всем спасибо.